В городе Циндао состоялся первый промышленно-инвестиционный форум «Китай. Центральная Азия». В нем приняла участие и делегация нашей страны. О том, какие направления станут приоритетными в дальнейшем партнерстве и на чем было акцентировано внимание участников международной площадки, знает наш корреспондент. На открытии мероприятия участникам зачитано обращение председателя КНР Си Цзиньпина. Форум направлен на активизацию и реализацию планов, достигнутых договоренностей на саммите 25 января прошлого года, собрал на одной площадке руководителей министерств и ведомств, а также представителей деловых кругов двух стран. Сегодня в Узбекистане с участием китайского капитала действует более 2000 предприятий. В 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился на 20% и достиг почти 9 миллиардов долларов. В привлечении китайских инвестиций тоже наблюдается ощутимый скачок. С 2017 года освоено около 11 миллиардов долларов. Первый промышленный инвестиционный форум «Китай-Центральная Азия», по оценке экспертов, дает возможность не только укрепить эти позиции, но и намного увеличить показатели. Приоритетными направлениями дальнейшего сотрудничества станут торговля и промышленность, зеленые инвестиции, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство. В ходе форума проведены презентации на тему совместное строительство общего пространства для промышленной кооперации, где представлены торгово-экономические возможности двух стран. В ходе форума проведены презентации на тему совместное строительство общего пространства для промышленной кооперации, где представлены торгово-экономические возможности двух стран.